Телеферик Алания. Канатная дорога в Алании. Так вот она выглядит. Сейчас мы на ней поедем. Какие вагончики ездят. Это нижняя станция. Верхняя станция находится на вот этой горе. Там в основании горы пещера, наверху горы находится крепость старинная. Символ города Алания. Это вход. Сколько стоит билет, пока не знаем. Да не деньги. Давай. Охрана. Кассы. Место отправки вагончика. Загрузка товара на гору, наверное. Дезинфекция кабинки сразу же, моментально, по приезду ее вниз. Вот аппарат дезинфекции стоит здесь. Дуру. Мыло дуру. Наверное, как он срабатывает, сейчас посмотрим. Парень управляет, наверное. Нет, автоматически все-таки. Автоматическая дезинфекция. Сложный механизм там. Так, мы сейчас будем покупать билет. Билет стоит 26 турецких лир на одного человека. Деньги забери, билеты. Прячь пока. А это чек. Сейчас пойдем. Это Фериковане. Вот наш вагон едет. Открываются двери. Технические данные станции.
5 метров в секунду. 800-830, непонятно. Вот и сразу же скорость увеличивается в разы. Ух! Ух! Поехали вверх. Вывеска «Я люблю Аланию» наверху. Там туда. Тут вход в пещеру. Пляж. Клеопатра пляж. Вокруг этой горы корабли прогулочные, стилизованные под пиратские. Вода просто прозрачна, изумрудная. Температура сегодня воды 26 градусов, 31 октября 2020 года. Весь город видно. Вот мы уже поднялись. Конечная станция. Приготовиться к выходу. Замедление. Открываем. Выходим. Работала. Стоимость билета в одну сторону 26 турецких лир. Стоимость билета для взрослых в оба конца 33. Стоимость билета для детей в оба конца 20 турецких лир. Стоимость детей в одну сторону 17. Время открытия 9:30. Время закрытия 22. Это какой-то рекламный проспект.